Операция по подъему самосвала с одной Невы, которой готовились практически весь день, несколько раз переносилась. Сегодня днем грузовик «Вольво», снеся ограждение на Октябрьской набережной, упал в воду. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, он остался жив. Для подъема самосвала на место пригнали спецтехнику, однако дорожная инспекция запрещала работы. Кормовский кран занял почти целую полосу магистрали, из-за чего образовались автопробка. В итоге машину подняли час назад.